24 августа 2024 год, с Днем независимости Украины, всех украинцев, да весь мир, пожалуй, всю Европу так точно. Слава Украине. В общем-то, что мне пришло в голову? То есть я, это уже моей стране 33 года с момента возникновения независимости в 91 году. 5 дней независимости сегодня я посчитал. Я встретил в армии. Ну, одну на срочке в 90-х годах в Крыму. Пускай, ладно, долг родине. Но потом два раза я встречал День независимости в АТО, 14-15 год. И вот уже третий год День независимости я встречаю во время крупномасштабной войны России против Украины. Честно говоря, я подзадолбался. Может, давайте что-то с этой мударашкой сделаем, а, ребятки? Я 40 лет встречал в АТО. И вот через 4 дня мне 50, и я тоже встречу его, блин, в армию, блин. Цены за НАТО, а? Учитывая, что не военные, а рабочие всю жизнь там. И по мобилизации только в армию попадаю. Я не знаю, в Бога я не верю, кому обращаться, свои пожелания праздничные. То есть это... Решил, что лучше всего будет обращаться к повелителю мух. Да, такое классическое произведение недавно я вспомнил. Я думал, что Россию управляет сейчас моль, окурок вот этот плешивый. То есть поэтому пожелания надо обращать к чему-то сопоставимому. Моль, повелитель мух. Так что, ребята, давайте покончим с этой. Я хочу, чтобы уже следующий день независимости, 34-й украинский, мы встречали без всякой мударашки. Там был бы какой-то Биробиджан независимый, Адыгея независимая, никакой. Ну, какая-то, может, Российская республика в пределах Третьего Садового кольца. Все буду Украина, с праздничком, украинцы.